если в полной темноте на пол упала некая маленькая, легко теряемая вещь, немедленно найдите ее. Вам не стоит знать, для чего они могут ее использовать. Никогда не запускайте диснеевские мультфильмы задом наперед. К куклам нельзя поворачиваться спиной в пустой комнате. Если вы слышите шепот ночью из ванны, не выходите в коридор. Они никогда не смогут вас достать, пока вы не встанете, чтобы включить свет. Если в комнате умер ребенок, это очень легко узнать. Ночью выключите свет и поставьте в ее центре большое зеркало. Обойдите комнату 3 раза по часовой стрелке вдоль стен и быстро посмотрите в зеркало. Если он стучит в окно, главное не встретиться с ним взглядом, иначе вы сами откроете ему окно. В каждой церкви водится то, что ее охраняет. И по ночам оно тоже очень голодно. Они боятся огня, они любят воду. Если на кухне капает кран, не пробуйте закрывать его. Их крики в трубах сведут вас с ума. Они мучали вас уже много раз, но каждый раз стирали вам память. На самом деле, все эти мелкие звуки и внезапные испуги нужны только для того, чтобы вас вымотать. Реальную силу они получают во сне, в вашем сне. Когда стены начинают сжиматься, знай, они близко. Я надеюсь, что никому из вас это не понадобится, потому что они диктовали мне это.